Чуть меньше недели осталось до начала матча за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Динг Леженем. И на этой неделе мы будем смотреть примеры из партий претендентов. Начнем с Яна Непомнящего. Так, Володь, кушать не могу. Эта позиция случилась в партии Непомнящий Накамура, и я предлагаю вам найти выигрывающее продолжение за белых. Не забудьте поставить лайк, а также оставить комментарий. Белые хотят поставить мат по черным полям, но ферзь не может отойти, потому что пункт g2 под боем. И здесь следует мощнейший ход e4. Перекрытие ферзя также висит ладья на d2. Ладья вынуждена отходить, и теперь, когда она уходит на d6, мы укрепляем пешку f6 ходом e5. Ладья не может вернуться на d2, чтобы вновь атаковать пункт g2. Поэтому на любой ход ладьи следует ферзь h6, и это неизбежный мат.